суток. Я сегодня хочу рассказать вам о таком интересном растении, как храм Будды. Кто смотрел мое видео, обзор в цветочном магазине в Германии, то вы видели, что мы приобрели вот такое замечательное растение себе. Оно цветет, некоторые бутоны уже отцветают, а некоторые, как вы видите, еще в таком красивом и свежем состоянии. На днях он раскрыл новые бутоны, этот цветочек. И вот я хочу рассказать вам про уход, про это таинственное растение, что ему нужно для того, чтобы он радовал вас своим присутствием, что он любит, а чего делать категорически не нужно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно же, храм Будды – это суккулент. А то есть он нуждается в ярком освещении. Желательно его помещать на южные подоконники. Но с весны, точнее с осени по весну, ему понадобится обязательно досветка. Он будет нуждаться в искусственном освещении. Чем больше яркого света, тем быстрее пойдет в рост растения. И, конечно, будет радовать вас своим вот таким зелено-багровым оттенком. Ну и цветение, соответственно, чтобы закладывал бутоны этот цветочек, нужен яркий рассеянный свет. Или досветка, как я еще раз сказала. Обязательно для цветения и для нужного, для лучшего роста обязательно световой день должен составлять минимум 12 часов, друзья. Это очень важно вообще для всех суккулентов. Цветет, как вы видите, вот такими мелкими цветками. Цветки бело, такие нежно-нежно, такой синий оттенок, даже не синий, а голубоватый оттенок имеют, и желтую такую серединку. Со временем они становятся слегка такие розоватые, когда вот они начинают подсыхать уже. Храм Будды вырастает обычно в комнатных условиях, он может вырастать до 30-40 сантиметров. Вот соцветие или вот листочки его, само растение так сформировано, что идет как розетка в розетку. Очень интересно это все смотрится. Такая спиралевидная получается конструкция. У меня здесь несколько розеток насажено, и смотрится, как вы видите, все очень необычно и эффектно. Поливать это растение нужно так же, как и все суккуленты, друзья. Он не любит мокрых ног, то есть застой воды быть в горшке не должно. Особенно с осени, когда растение уходит на период покоя, полив нужно сокращать. Поливать такое растение зимой примерно раз в 3-4 недели, и будет все прекрасно. Так, Валерка, перестань. Валерка маркизу здесь опять шугает. А летом, смотрите, обязательно, чтобы верхний слой просох сантиметра на 3-4. Лучше всего после такого, когда вот он просох, производить полив. Не нужно поливать растения, если вы видите, что земля влажная. Потому что залив храм Будды, ну, он его не переносит. Это чувствительное растение. И к перепадам температуры, и если не будет досветки, и также к поливам. Поливать нужно только отстоянной, фильтрованной водой комнатной температуры. После того, как вы покупаете свое растение, особенно если это начало весны, осень, зима, не забудьте упаковывать растение в магазине, создать ему условия при транспортировке, потому что на это тоже очень хорошо они реагируют, все цветочки. Пересадку нужно осуществлять по мере необходимости, когда вы будете видеть, что уже растению мало места, что ему тесно, что горшок перевешивает. Обязательно позаботьтесь, чтобы на дне у вас был дренаж, то есть керамзит или пенопласт. В кране можно насыпать какую-то гальку.
Почва для суккулентов должна быть не питательная, слишком плодородную почву брать не нужно, так как суккуленты довольствуются бедной почвой. Состав я имею в виду, да? Подкормки можете вносить, начиная с весны. Но когда цветок цветет, то можно подкармливать растения зимой. Это мое личное мнение, я никого не принуждаю, каждый делает как хочет. Но зимой подкормку нужно вносить и осенью, начиная с периода покоя, если растение цветет, один раз в месяц. Часто это увлекаться не нужно этой процедурой. И да, такой момент, как советуют большинство людей, я иногда соблюдаю эти правила, иногда нет, иногда развожу полностью дозировку препарата, как это написано на инструкции по инструкции. Но советуют разводить препарат, дозу уменьшать в два раза. И это тоже вы должны решать сами. Можете сделать один раз так, и посмотреть, сравнить эффект и убедиться. И, как говорится, на своем личном опыте сделать выводы, друзья. А в опрыскивании, конечно же, не нуждается, так как это суккулент. Тем более не нужно его мыть и поливать душем, потому что будет моментальный застой воды и вот в этих вот его пластинах. Это сразу будет и гниение, плюс мучнистый червец. Короче говоря, цветок вы погубите. Температура содержания, зимний период, желательно организовать ему 14-20 градусов. Это будет способствовать закладке бутонов. А у меня стоит он во флорариуме. Конечно, у меня там не такая температура. У меня там температура до 24 поднимается. Но вот он бутоны не поскидывал. Он их раскрывает и прекрасно себя чувствует, как и все остальные кактусы и суккуленты. Ну вот и, в принципе, все. Что касается феншуя, также могу сказать, что это очень приятное и супер-классное растение, которое несет достаток, уют, тепло, благополучие, здоровье в ваш дом. И да, на заметочку хочу сказать, что растение это считается одним из редких. Его очень сложно найти в магазине, когда в магазине они появляются. Их разбирают, как горячие пирожки. Поэтому имейте в виду, если вы увидите такой цветочек, не раздумывая, покупайте его. Ну, вот, в принципе, и все. Спасибо всем за просмотр. А, да, забыла сказать, друзья. Размножается он делением вот куста. Можно его размножить. Так. Можно его размножить делением кустика. Вот у меня здесь много розеточек, да. Также деток он должен выдавать. Плюс, когда он пойдет в рост и вырастет сантиметров, ну, еще на 10-20 выше его можно черенковать, попробовать. А, ну и, конечно же, семенами. Но семенами, как вы знаете, всегда размножать, особенно суккуленты, очень сложно. Это трудоемкий процесс, даже, знаете, не в плане всхожести, точнее, не в плане выращивания, а в плане всхожести, потому что не все семена, они всходят, что очень печально. Заболевания у этого растения на первом месте я бы поставила гниение корней, а также различные грибковые заболевания, которые мы можем тоже получить, если будет у нас залит грунт. А мучнистый червец. А вот эти вот самые такие, знаете, которые могут одолеть этот цветочек. А паутинный клещ, его, в принципе, можно сказать, вообще не бывает. А если он и будет, это будет очень-очень редко. А трипс и щитовка лично мне тоже неизвестно. Самое, что его любит, это мучнистый червец и корневая гниль. Ну, и понятное дело, если не будет ему хватать света, то листики будут бледнеть, вытягиваться растение будет, в росте будет деформироваться, будет отставать. И вы просто потеряете декоративность растения, будет утеряна декоративность. Также хочу сказать, если вы боитесь залить растение, проверить вы можете, что растение хочет пить, по его листовой пластине. Листики станут такие вяленькие, жамканные такие, знаете, сморщенные. Тургор будет утерян, они вам будут всем своим видом говорить «полей меня». Можете смело поливать. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам всем всего хорошего.
Всем удачи и пока!